На базе ГУФСИН в Первоуральске завершился второй этап всероссийского конкурса на лучшего начальника караула подразделений по конвоированию. По итогам различных соревнований победителем состязаний стал капитан внутренней службы первоуралец Николай Другов. Всего на осмотр конкурс прибыло 5 офицеров-участников из разных районов Урала. Конкурсанты соревновались в строевой и огневой подготовке, беге на 1000 метров и подтягивании, а также владении боевыми приемами. Практически на каждом этапе Николай Другов показывал лучший результат. В итоге заслуженная победа и честь представить Уральский федеральный округ в Воронеже, где пройдет финал всероссийского конкурса, досталось первоуральцу. Начальник железнодорожного караула, капитан внутренней службы Николай Другов, служит в ГУФСИН с 1999 года. Он стал лучшим на областном этапе конкурса, поэтому представлял наш регион на соревнованиях окружного уровня. Ранее он принимал участие в подобных конкурсах в 2008 и в 2014 году.